будем надеяться, по крайней мере, что именно таким он и будет. Так, Рюкова старт, пишет Артем Павлов, но... Эту атаку завершить точным броском у Антона Демидова, и владение переходит к команде Гавайи. Ну, если Тим продолжит так защищаться, буквально выбрасывал. Так. Хороший бросок. 17 номер Тим. Много, конечно, новых ребят, всех ты не запомнишь. Нурманбет Улу Алмаз. Ну, судя по всему, при... Хорошее завершение от Зуева. Жду от Густава хорошей игры сегодня. Мне он понравился по тому матчу, который я комментировал, где он принимал участие. Это был матч с командой Southside. Надеюсь, что и сегодня он себя проявит. Макнайт. Ой-ой-ой-ой-ой. Под кольцом там просто сказал, выметайся отсюда этому броску и мячу. Игрок. Их называют атлет. Главное, чтобы атлет умел играть в баскетбол. Лукаво. Ну все, Лукаво начинает делать грязь. Выиграть подбор у этого парня. Защитно, защитно. На последней секунде успевает все-таки сравнять счет. Ну, почти сравнять. Пока только первое было. Не боится родимых Лукавого, но заканчивается это выдающийся матч от Макнайта пока что. Ну, Сергей разогревается. Соколов. Открытая трешка, надо попадать. Березин. На Зверева играет. Прямо в руки Макнайта. Не забивает. Ну а дальше Лукаво. Там найти какой-то вариант с продвижением, открывается, предлагает себе, но Тим великолепно защищается. Если кого-то один в один обыграли, происходит смена, подстраховка, короче говоря, защита Тим. Так, также на паркете у Тим сейчас появился Нурманбет. Алмаз, ну можно его просто Алмаз называть, наверное, красивое имя. Ну, ну, создателю. Ну пора уже забивать Гавайям, потому что было дофига, а забить ничего не мог. Плохо. Алмаз. Соколов. Цепи залетел. Ну, техничный парень. Техничный парень. Вопрос только в какой он в целом. Точнее, есть содержание, но нет формы. Есть создатель, но есть творец, но нет человека, кто может это творчество в реальную жизнь воплотить. Алмаз. Ну, сложный проход. Дошел мяч за Лукаво. Макнайт из угла. Макнайт из угла не промахивается. Не точно. И пока... как классно подбил. Макнайт. Снова взаимодействует с его спиной. Не знаю, в курсе ли об этом Лукаво, что с его спиной кто-то что-то проделывает, какие-то манипуляции. Надо... Нурманбет отметился результативной передачей, причем уже не первые. 4 ассиста на его счету. Хорошее подписание. Я говорил то, что на конника закрывать эту позицию. Мне кажется, что у Маслу Улу Нурманбет очень с этим неплохо справляется. Проблема с картинкой, скорее всего, это интернет, друзья. У нас здесь плохая связь. Пиксели? Я смотрела, да, трансляцию там в пикселях. Причем сначала
было нормально? Нормальная история. Прошу прощения. Зверева очень надежная трешка. Так, Макнайт сложный бросок на себя взял, редкий промах от него. Сейчас самое главное, чтобы Гавайи не совершили ту же ошибку, что в предыдущей четверти, когда они заканчивается первая половина. Да, ну пока что Гавайи держатся молодцом, но мы понимаем то, что Тим могут прибавить в любой момент. Макнайт и Лукава должны... Не будем забывать то, что брат Кирилла Зуева, Андрей Зуев, сегодня, по сути, в роли тренера выступает. Очень молодая команда. Андрей Зуев – самый возрастной игрок этой команды, 23 года. Представьте себе, самый возрастной игрок команды, ему 23. Насколько молодой коллектив. Так, отличное завершение. Ответ, что вызывает вопросы. Березин, Зуев. Зверев опять один, ничему не учится. Защита Тим-Тим, это было рискованно. И чисто выбивает мяч у Рычихина. Я думаю, если уверен в себе. Через паузу. Но Зверев это просто Джамал Кроуфорд. Вот ему себе жизнь. Зуев 100%. Через лес рук давай. Шот на уровне Джамала Кроуфорда. А техника не как у Джамала Кроуфорда. Нарушайка. Так, небольшая пауза у нас в игре, потому что скорости сейчас были очень хорошие. Смотрится очень в порядке. Они сегодня смотрятся, конечно, гораздо сильнее, чем в матче против команды Southside. Видно то, что Гавайи сегодня составчик поинтересней. И очка. Не успел Варин забежать. Ну и сейчас есть еще... Зуев там не дает легкой жизни. И там ему еще и партнер. Рубка под кольцом. Какая рубка? Там даже Лукави не просто приходится. Надо сказать, что справились. Занимает под кольцом Антон Демидов. Ну, это видно, что недавно начал играть в баскетбол Антон. Постигает. Ну, либо не лишь недавно, либо возобновил. Возобновил занятия баскетболом после перерыва. Либо недавно начал, потому что неправильно он там играл. Просто взял и игрока Лукаву добавил. И перед на Лукави два висит. И лишил его свободного пространства. Но... Лукава все равно со штрафными. Ой-ой-ой, а где защита? Демидов забивает. Нет, не забивает Демидов. Хорошая попытка. Макнайт на перехвате. Ой-ой-ой, забивать надо было. А вот и просочился. Просочился под кольцо Березин. Давно себе не напоминал 91 номер команды Гавайи Warriors. Warriors сегодня пол... А вот выбивает мяч и у Зуева. Макнайт оставляет мяч в игре, но это было слишком жестко. Ой-ой-ой. То, что мертвым грузом висит, но тяжело будет, конечно, сдвинуть. Не то, чтобы это был сизифов труд сегодня. Гавайи молодцы. Гавайи большие. Она есть, когда на паркете есть Лукава и Макнайт в одной команде. Ладно бы в разных командах, они в одной команде. Есть такой игрок. У Гавайев Макнайт. Ну, наконец-то реализовали передачу у Макнайта. Тут сколько можно. Руслан Сакулин это был. Первые очки в матче. Я тоже нет точно. Здорово, Березин подержал быстрый отрыв. Зверев не пожалел. Зверев очень хороший игрок. Прям в полном порядке. Но вот шот-селекшн. Шот-селекшн его сегодня был не идеальным. 4 очка. Ну, видно, что ассист, дайте. Видно, что очень хорошо вид площадку. А у нас Нурманбет. Это было неплохо. Я что, сам с собой разговариваю? Ну что, поздравляем.